Итоги работы за 4 года подводит Щелковское отделение партии «Единая Россия». Более 180 делегатов встретились на отчетно-выборной конференции. Поздравив однопартийцев с недавно отмеченным юбилеем «Единой России», отчет о деятельности политсовета местного отделения партии за период с ноября 2012 года по декабрь 2016 представила его секретарь Надежда Суровцева. Это был насыщенный, в то же время непростой период для всех нас. Период, когда нам необходимо было показать все лучшее, на что способна партия. Заручиться поддержкой жителей Щелковского района. Факт того, что сегодня партия «Единая Россия» сохраняет главенствующую позицию и по-прежнему является партией власти, говорит сам за себя. Считаю, что с поставленной задачей, с разной степенью, конечно, успеха, мы справились. Сегодня в Щелковское отделение партии «Единая Россия» входит почти 2000 жителей Щелковского района. Этот показатель продолжает расти. За 2016 год количество членов партии увеличилось на 58 человек. На территории района реализуется 28 партийных проектов, среди которых проекты «Детские сады детям», «Безопасные дороги», «Доступная среда», «Парки Подмосковья» и «Управдом». Однако впереди, как отметили многие делегаты, у Щелковского отделения еще немало работы. От совершенствования благоустройства городской среды до развития социальной инфраструктуры. Эти задачи предстоит решать новому составу политсовета, утвержденному в рамках конференции. Список из 25 кандидатов был определен тайным голосованием. Также большинством голосов на пост секретаря отделения была избрана Надежда Суровцева. Потенциал, и это оценивает руководство, президиум политсовета нашей партии, действительно у организации очень высок. Есть все возможности для того, чтобы его реализовать. Я уверен, что мы все вместе понимаем цели и задачи, которые перед нами поставили. Уверен, что перед нами нет задач, которые мы не выполним вместе, потому что у нас есть совместный посыл к этому полезному и нужному труду делать в обществе жизнь лучше и комфортнее. Я пожелаю, забегу вперед, новому составу политсовета именно включиться в эту работу. Власть должна быть открытой, доступной и, как четко сказал президент, не хамить, а выслушивать людей со всеми их бедами, со всеми их запросами. А работу политического совета за прошедший период, конечно, предлагаю признать удовлетворительной. Предложение поддержали. В рамках конференции было решено признать работу политсовета Щелковского отделения «Единой России» удовлетворительной. В качестве основных задач на перспективу была определена работа по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы Щелковского района, утверждение плана исполнения наказов избирателей, а также подготовка к грядущим выборам губернатора Московской области и президента России в 2018 году. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».